На улице Новоивановска внедорожник столкнулся с пассажирским автобусом. Оба водителя уверены в своей невиновности. По улице Новоивановской движется автомобиль Toyota Land Cruiser. За рулем внедорожника мужчина, он с супругой и ребенком направляется в сторону Луговой. Проехав остановку, водитель поворачивает направо к магазину. Вот тут-то его и поджидает пассажирский автобус. А мы куда идем? Ты чё, дед? Вот молодец! Что молодец ты, черт возьми? Я поворачивал сюда, и он тронулся. Водитель внедорожника уверен в своей правоте. Мужчина утверждает, у него не было никакой возможности избежать столкновения. Что это? Банно-прачечный, и сюда, ну, прошел, стоит автобус. Ну, я поворот показал, сюда я поворачиваю, он с остановки и врезался в меня. Ваше мнение, кто виноват? Ну, мне не он, что виноват. Дело в том, что я видел, что он стоит на остановке, что такое. Я его проехал, как раз, видать, остановка где. И я проехал уже его, поворот показал. Совершенно противоположной версии придерживается водитель автобуса Hyundai 82-го маршрута. Мужчина утверждает, что внедорожник появился перед ним совершенно неожиданно. Кто виноват? Он виноват, конечно. Я за остановку вышел, еду в сторону спортивной. Еду я нормально, поворот не включенный. Еду на свою полосу, он меня подрезал, и все. Виноват, конечно, он. Не я же. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, не считая машин. Во всех обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники полиции.